Всем привет, вы на канале Автобонус Групп, а мы в Туле во Францавто. Сегодня у нас рынок Кангу. 2000 километров назад мы ремонтировали двигатель. И смотрите, что произошло. У нас пошло масло в бачок расширительный. Смотрите, как сливки. Ну, короче, скорее всего, это прокладка ГБЦ. Смотрите, думали, что у нас эмульсия только в бачке. Но открыли прокачную, потеклась тоже муть, грязь. Поэтому система вся у нас грязная. Значит, будем все сливать и мыть. Но сначала, конечно, найдем причину. Сейчас полезем к прокладке. Я думаю, все-таки в ней дело. Так, прокладку мы сняли, сейчас я вам ее покажу. У нас подозрение, что здесь есть трещина где-то. Сейчас мы в этот болт подадим давление, и если будет утечка, мы это увидим. Значит, будет делать головки. Что, прокладку мы сняли, она у нас была вся обжата, все четко, прям тело не прокладки, а скорее всего в клапане. Какой в клапане? В канале. Вот, как вот этот. Смотрите, если вы видите вот эти следы, как будто ржавчины поел, это говорит о том, что заливался некачественный антифриз. Смотрите, что происходит. Вот, все выгрызано. Это из-за некачественного антифриза. Ну что, наши исследования ни к чему серьезному не привели, именно в понимании. Скорее всего, трещина. Поэтому мы отдаем на опрессовку головку и, конечно же, сам блок. Посмотрим, что покажет опрессовка. Итак, опрессовку головки мы провели, с ней все нормально. От прессовки блока клиент сам отказался, то есть под его ответственность мы заново все собрали, поставили новую прокладку и сделали это все бесплатно. Ну и на этом ролик у нас заканчивается. Если он приедет второй раз, то, я думаю, будет вторая часть. Все, всем пока.